Так, еще серия. Умри! Так, секунду. Часик где-то. Буду ждать, брат. Уже почти все. Где еще? Не книгу-то забрать-то надо, ё-моё. Быстренько пошариться, где я, как её забрать? Уж не открыто ни хера. Укажи путь. Нам нужна помощь, Эйвен. Иди со мной, я буду тебя щитом! Бегут! Ты спас нас! Конечно, блядь. Думаете, я, блядь, зря Экскалибур собирал, блядь. Вот так вот. А это кто? А, это наш клан какой-то. Да не ссыте, пацаны, нормально все. Теперь вопрос о засыпку. Как барахло собрать? Книгу эту. Может, что-то изменилось? Мы устояли, но дорогой ценой. Эйвор! Тихо. Сохранимся сначала. Ты слышишь меня? Барит Макимор! Найдите Барида, блядь. Чё он обрыгивается? Чё за херня?
книгу надо по-любому. Мне кажется, где-то он внизу этот барит, блядь. О, смотри, вот что-то вниз. И там по-любому какая-нибудь пещера, блядь, параша, блядь, ты будешь прыгать? Нет, дебил, кусок, сука. Нихуя не работает. Что-то я не вкурил, блядь, что-то не работает. Пиздец. А чё, будет он прыгать или нет? Есть там. Холод сжимает мне сердце. Ничего еще делать. О, блядь. А что за хуйня? Почему он прыгает и ничего не делает, блядь? Пиздец просто, блядь. Сука, какой-то баг, блядь, обоссан. Я все сделаю. И что? И что делать? Ну что-то это не нравится, херня. Хуй пойми, блядь, что это за хуйня? Сейчас не доступно. Что недоступно, блядь, какого-нибудь. Покажи мне. Парит! Вот он. Сука, это квестовое говно. Пиздец, блядь. Эйвор, я здесь. Славный конец, правда? Достойный саги. А ты думал, что я размяк? Никто не знал, каков ты, брат. Даже ты, брат. Ты сомневался. Хорошо, что я был слишком глуп, чтобы сдаться. Твою храбрость будут помнить, Барит. Я о том позабочусь, брат. Не отпускай оружие. До встречи в Вальгале. Шихфрих, вот моя Вальгала, Эйвор. Вальгала — это не всегда место, но порой наследие. Пусть его поддержит Флан. Пусть поклянется своим богом. Ничто так не страшит христиан, как гнев их Господа. Да. Я думаю, хули он не прыгает, ничего не делает, блядь, Корифан помирает. Я все сделаю. Печальный поворот. Ну книгу-то дадут залутать, что за фигня? Блять, а? Так, что-то камни какие-то, блять. Город Кнаф, блять. Что это?
Прощание, достойное героя. В смерти Барит оказался больше, чем в жизни. Или мы были слишком малы, чтобы понять его. Жестоко. Но верно. Он видел дальше, чем я. А я отвергал его советы. Хелган заплатит за его смерть. Что тогда? Когда он умрет, а ты укротишь север, что ждет Шихфриха? Ты поддержишь его как верховный король? Когда он покажет, что достоин этого, я не могу позволить себе... Позволить? Барит отдал за тебя жизнь. Если так ты отдаешь долг верным слугам, не мудрено, что их у тебя мало. Вновь я слышу горькую правду. Я отдам долг. Шихфрих не король, но станет им, если его учить как должно. Хорошо. Твоя мудрость нужна ему. И моя поддержка. Но все это ненадежно, пока жив Эоган. Мы задушим эту змею. Затем судьба Ирландии будет в твоих руках. Твоих и Шихфриха. Лошадей уже седлают, мой король. Ты не хочешь отдохнуть и пуститься в путь на заре? Думы не дадут мне спать. Я должен спасти свое войско и доброе имя. Второе может быть труднее, чем первое. Мать рассказывала, что Морриган кормится смертью героев, а затем посылает мужчинам мысли о войне. Я мечтала, что с помощью камня Тары заглушу песнь Морриган, как святой Патрик изгнал змей с острова. Никому не под силу это сделать. Даже боги не могут изменить судьбу. Этому миру суждено погибнуть в бою. То были лишь мечты маленькой девочки. Скажи Флану, я приду, едва улажу все дела с Шихфрихом. Скажи сам, я еще посижу. Так, я что-то не вкурю. Мне эту книгу-то дадут? Че я вообще где нахожусь, блядь? О, блядь. Слава Дублина, блядь. Последствия войны, глава 4, Шифриком по базаре. Мне вот тут книга нужна, блядь. Ладно, хер с этой книгой, короче. Это последнее, что есть золотое там. Давай уж тогда поговорим с этим гусем. Надеюсь, он там не забухает, блядь. Так, ну что тут придумали? Следствие войны. Дублю. Мы выступаем на Орму. Немедленно. Здесь вонь, как в хижине пивовара. Я сделаю из Аббата кровавого орла. Я усыплю север черепами их королей. Довольно. Если ты ворвешься в Орму, как берсерк, они распнут тебя, как своего Христа. Увы, мой король. Осадные орудия, что ты потребовал, остались в Орме. Хель, забери Аббата. Эти орудия должны были показать мощь дублинской короны. Забудь о коронах. И поддержи Флана. Верховный король станет могучим союзником, если ты поможешь ему. Откуда берутся эти орудия? Кто снабжает Орму? Пираты, что служат тайному братству друидов. Они хозяйничают у северных берегов. Поровну грабят и торгуют. Это часом не те друиды, что зовутся детьми Дану? Да, это они. Их главу зовут Семя. Ну все, пиздец. Теперь ты сможешь их выследить. Удачной охоты. Если это все, мой король, я вернусь в свою лавку.
Я соберу всех, кого смогу, и присоединюсь к флану. Вместе мы отомстим за моего отца. Ты унаследовал его силу. Если найдешь ее в себе, станешь вождем. Найдите и убейте семя. Но мы уже знаем, куда надо идти. Мы же там были, блядь, сейчас мы туда, блядь, телепортируемся. Где эта херня? Дунсивери где-то, блядь. Где-то. Блядь, где же она? Сука. Ладно, хер, морда. О, тут вторая, смотри-ка. Идут Сивери. Так, обыщите аббатство Мовила на севере залива у восточного полуострова. Восточный полуостров, так, это справа, получается, полуостров. На севере залива у восточного полуострова Ульстера. Ну-ка, записка от Азар. Отыщи семя. Он часто уходит за море и скупает там оружие. Где семя останавливается, в Ирландии знает лишь олень. В аббатстве Мовила можно выведать, в Ирландии сейчас семя или нет. Так, выясни все и отправь семя в ваш Нижний мир. Карта. Ульстер. Восточный полуостров, блять. Аббатство Мовила. Да, хорош. Обыскать аббатство, найти подсказочку. Подсказочку. Так, это у нас еще пристань. Погнали по резкому. Нужно накинуть капюшон. Блять, да что ты делаешь, сука? А где, что подсказочка-то находится? Пикинер, блядь. По-любому вот в этой церкви это что-нибудь сдохнешь.
нигде подсказанки. Так, ну вон, я вижу белое говно какое-то. По-любому. Вот это и есть подсказка. Отлично. Все, последний этап. Убейте Сену, командую крепостью Дунсивейк у морских утесов. Самые северные точки Устера. Записан почтальон. А нет, это не то. Записка, найденная в аббатстве Мовила. Милостивый Божий, тебе возношу эту смиренную мольбу. Говорят, что тот, кто зовется Семенем, вернулся к ирландским берегам. Прошу Божия, не дай ему забрать моих сыновей на его войну. Семя желает свергнуть доброго короля Плана и не заботится, сколько людей погибнет во имя этого. Мои мальчики еще так молоды и не уцелеют, если отдать их Семени. Услышь меня, Боже. Конец ему пришел, блядь. Погнали. Вот это быстрая атака, кстати, пусть зажимает и бежит, вообще прикольно. Что-то я раньше не пользовался. Вон она, эта крепость. Сейчас он тяжелее получит. Кстати, я за него не прочитал, ну-ка. Ой, просил его вернуть. Лорд Бек Макнахи, Семя. Бек вырос в прибрежном городе Дурфорд, где верят, что волны, водовороты и морские ветры на самом деле духи, а потому их можно ублажать и приносить им жертвы. В Грозном море он чувствовал себя как дома и скоро начал уходить в дальние плавания. Когда к нему обратились дети Дану, он стал добывать им в далеких землях оружие и строго наказывать провинившихся последователей, его боятся и уважают. Но у него получится равно. Взирая на крышу. Так что... Давай-ка. Начнем снизу, с корабля. Или сверху. Короче. А крепость-то, кстати, небольшая. Но корабль там все равно есть. Ведь, должно быть, это те самые торговцы оружием. Нужно быть осторожным. Где он, кстати, вот. Так, ну он там сидит, а мы здесь. Сейчас кто-нибудь поджагасим. Так, какие варианты у нас есть? Катиться туда. Покажи, что там впереди. Подзагасить всех там. Рекурсив не возьму пока что. Допустим. Блять.
парочку делать принять помешало. Быстренько поскакиваемся, пока ты ничего не понимаешь, что происходит. И сюда, тут как раз товарищи спят. Карифанчик-то где? Внизу где-то, а? Блять, блять, как спуститься-то? Где-то же должен быть спуск. Ладно. Вперед, братья! К победе! Блядь! Все в рассыпную! Детей, да, но все меньше. Так, теме мне удалось остановить гордеца плана. Габатра идет детей, да, но витые писи. Что за бог примет его после смерти? Падла тупая. Сука. Я тут читаю все-таки стою письмо, блядь. А, может вот это будет здесь письмо. Ну-ка. Точно, мне удалось остановить
гордеца Флана в Клохере, негодяи из Айлиха пытались меня разоблачить, но капкан уже захлопнулся. Приводи своего войску в Арму. Когда укрепления будут готовы, мое аббатство станет неприступно даже для проклятого римского епископа. Ждать осталось недолго. Дуб. Петушня. Это, наверное, пиздец тебе, сукин. Отметить, что за... Понял, не так. Так. Отправлять в лагерь Флана. Эгон загнан в угол, а помощи ему получить не удастся. Он собирает остаток своих сил в Арме. Тем временем Мейвер также созывает союзника. Ну ок. Так, что тут? Надо свалить отсюда. Даже никакого барахла нет, по-моему. Так, ну сваливаем максимально быстро вот отсюда. Задание у нас вот здесь. Изгнание змей. Значит, на... Как проще-то будет добраться? Ну, от этой птички, наверное. Давай, что ж тут за квест нас ждет? Обычная битва. Что ты делаешь? Стрелы собрать успел, главное. Ну и чё? А, Эйвор. Шихфрих говорит, ты охотился на северных пиратов? Они снабжали Арму оружием. Но отныне им не до нее. Бог и вправду с нами. Элган слабеет и скоро изведает суд Божий. У тебя хватит людей взять Арму? Да, спасибо Шихфриху. Он собрал викингов со всех уголков Ирландии. Ха, как ты уговорил на это норвежцев? Сказал, что после боя их ждет монастырь, полный серебра. Твой отец никогда не пообещал бы такого. И не сумел бы собрать столько людей. Мы не можем завоевать сердца людей, разрушая их дома или церкви. Но теперь воины согласились идти в набег. Если им отказать... Позволь мне. Думаю, на этот раз кое-что можно и сжечь. Говори. Напав на нас в Клохере, Эоган не был милосерден. Он сжег и Кашулор, чтобы показать, на что готов пойти. Теперь наш черед прибегнуть к огню и дыму. Пусть все узнают, что грозная Арма пала. Делай, что должно, но держи своих в узде. Убивайте только врагов и не трогайте церковь. Я все исполню, мой король. Есть еще кое-что. Аббат Эоган возглавляет детей Дану. Значит,
отравление, засада. Все это часть гнусных замыслов Эогана. Мы очистим Арму от этой скверны. Шихфрих и я подготовим людей. Приходи, как сможешь. Встань так, чтобы видеть все, мой бард, и воспеть эту битву. Спасибо, что не стал говорить о моем прошлом. Прошлое в прошлом. Нас ждет будущее. Клянусь, Эйвор, ты будто и правда герой древности. Позволишь ли сложить песню о твоих подвигах? Да. После того, как я их завершу. Бремя власти тебе к лицу. Я очень рад. Оно тяжко, как этот новый доспех. Я тебе завидую, Эйвор. Когда все закончится, ты сможешь делать, что хочешь. Я иду, куда меня ведет судьба, Шихфрих. Никому не дано ее избегнуть. Быть королем не самый тяжкий жребий. Благодарение Богу, мы пополнили войска. Благодарить нужно и Шихфриха, король. Да, я об этом не забуду. Славный юноша, хоть и не столь опытен, как его отец. Значит, ты научишь его быть королем и при дворе, и на поле битвы. Идем, вытряхнем лживого аббата из его норы. Погнали. Да, Эоган ответит за все, что сделал. Че еще ждать-то, блять? Если это главный злодей, если он сейчас помирает, то где босс, где что, блядь, где магическая какая-нибудь хуйня, друидская? Защитников меньше, чем я ожидал. Эти трусы прячутся за стенами. Ударим, пока нас больше. Выступаем, но будем настороже. Бог хранит тех, кто прав. Что какое-то говно, блядь, намечается. Другого пути нет! Ломай ворота! Мост уже опущен! Мои люди готовы! Им нужно... Никто не сдается! Гори в аду! Да, блядь, да вы чё? Наверху! Надо чистить пробежку! Разберемся. Где еще, блядь?
Убейте врагов первым. Где же, блядь? Первым, потом во втором, блядь. Где эти враги-то, блядь? Погнали, пацаны, на туре. Расплата за грехи. Так, где наш? Быстренько. Факел. Иисус, помоги мне! Что там еще надо сжечь? Блять, да ты чё, сука? Здесь лишь один путь! Через ворота! Мы уже знаем, блять.
как это делается. Ну что, сука. Король Флан! Где ты? Святого Патрика! Охраняйте ворота! Умри! Ловушка! Слишком легко, так и знал! Пошли, блядь, дедом церковь. Так, этих не бьем. Нормальные ребята. Где? Чё ты? Чё ты стал? Ебать. А чё за херня? Пошли, блядь. Стал чё-то, блядь. Эйвор! Помоги с этой дверью! О, тут по-любому этот Кен. Ну хмырь, блядь, пиздец. Оставь храм Божий, Флан Сина, или изведуешь гнев Господень! Ты осквернил это святое место. Тебя следует изгнать, как дурную хворь. Бог мне судья, не ты. Ты мнишь себя христианским королем, но берешь на службу псов и язычников. Не смей упрекать меня в лицемерии. Я знаю, что ты глава детей Дану. Правда? Тогда ты знаешь, что побежден. Мои дети повсюду. Даже при твоем дворе. О чем ты говоришь? Киара стала бы высшей жрицей, будь она осторожней. Но она призвала силы, что не смогла подчинить. Не слушай, Флан. Он хочет сбить тебя с толку. Не диво, что она прижилась при твоем дворе. Она всегда любила тех, кто у власти. Ты лжешь, тварь! Ха. Любовь не видит грязи и порока. Если не спускать глаз с женского зада, легко ослепнуть. Нет стыда в нежелании марать руки об эту мразь. Припоручи мне этот труд. Это Божий труд. Воины, ко мне! Чё, сука? Падла, блядь. Не своди с иною породою. Поле твоего не засевай двумя родами семян. Не читай мне писание, дьявол. Да пылает вечно твой гнусный язык. Да набьют черти твою глотку битым стеклом. Нет. Ты бы предпочел песни твоей придворной ведьмы. Если она умолчала... О детях Дану? Что еще она от тебя скрывает? Ха. Он и в смерти жаждет отравить твой разум, король. Не верь ему! Но вдруг это правда? Лучший лжец мешает правду с ложью.
Если Киара и была с ними, давно отреклась. Конечно, ты прав. Этот смрад путает мои мысли. Выйдем на свет Божий, на свежий воздух. А может и не Коня, вот может какая-то интрига есть в этом. Потому что где боссы, где оборотни, где этот, кто он там? Леший. Это прекрасная земля. Так. А мы хранимы Богом. Весть о нашей победе помчится! Точно ветер! Я не смог предотвратить грабежи, мой король. Но позаботился, чтобы людей не тронули. Ха-ха-ха. Барды воспоют Верховного Короля, что очистил церковь Армы, и Короля Дублина, что бился с ним рядом. И того, кто пришел из земли героев, чтобы помочь им одержать победу. Всех будут помнить. Равно и живых, и павших. Так, ну чё у нас, чё? Я, кстати, про сундуки с тканью, со всей этой парашей забыл вообще. Так, вот этот Кент устранен. Я, кстати, про него не читал. Иоганн младшим. Был младшим сыном в большой семье, а потому с рождения ему было предначертано стать служителем церкви. Он послушно постился, молился, научился читать, чтобы понимать Писание. Но в душе все это вызывало у него отвращение. Однажды в молодости, гуляя по лесу, он увидел друидов, проводивших какой-то обряд. Этот приземленный ритуал понравился Эогену гораздо больше, чем манипуляции с хлебом и вином. Он понял, что добившись высокого положения в церковной иерархии, но продолжая тайно поддерживать друидов, сможет изнутри разрушить новую веру и возродить старую. Под началом Эогена собрались дети Дану. Они придерживались наиболее древней и жестокой формы язычества, надеясь с помощью этих практик уничтожить все, что угрожало их вере. Всех загасили, все нормально. Но ты... Так, очко мастерства, что еще? Знание змей, янтарное солнце. Цена измены, блять. Так, забрать барахло. Ты будешь забирать? Так. И теперь что за задание у нас открылось? Так, янтарное солнце — это просто сдать эту парашу, а цена измены. Начал давить на флан, блять. Хер знает, что это значит. Давайте в хижину сгоняем. Где она, блять? По-быстренькому сейчас. Оп. Это, наверное, осколки янтаря сдаешь, и что-то какое-то, может, оружие, может, еще какую парашу дадут. Может, последний кусок комплекта, я за этим не следил. Но что-то дадут в награду, надеюсь. И узнать, что там за цена измен. Все-таки какой-то квест. На этом все не заканчивается. Эй, бой! Вот нас я! Йо!
Так, к этой бабуле надо сгонять. Что она там скажет? Хижина. Готово? Вот, возьми омытый кровью янтарь. Я ощутила их смерти. Каждую. Что ж, вари свое зелье. О, я сварю. Я ждала этого с первой нашей встречи. Что за зелье? Бля, это, наверное, будет какой-то босс. Ты сулила мне силу. Копье. Оно скоро будет твоим. Но сперва одолей Валар. Чё за Валар, блядь? Об этом ты не сказала. Ты не знаешь Валара? Он жар, засуха, злое солнце, что сошло на землю. Впервые о таком слышу. Многих сгубил он. Но Водан должен устоять. Балар уязвим там, где его пронзило копье, что зовут Габолг. Ты готов к сражению? Конечно, блядь. Дай мне зелье. И до дна, и все вспомнишь. Балар стар, как сам мир. Он есть хаос. Победишь его, копье твое. Ну, пиздец. Чё-то, блин, ну давай проверим, чё там. Как он бьётся-то, этот Балар. Ну-ка. Нихера себе, смотри-ка чё. Много столетий я терпеливо ждал тебя, Фьёльмир. Я пришёл за твоей силой. Мне жаль тебя. Тихо, блядь. Давай-ка постреляем с охотничьего сначала. Рекурсивно надо быстренько снять все выстрелы. Быстренько. Оп. Я есть Валар. О,
фаза. Я гнев самого солнца. Ты обратишься в пепел. О. Нихера себе. Тихо, я, блядь, лук возьму. Да нет, сказали. Я всегда постреляю по тебе. Нихера себе. Покажи свою силу. Пора одевать все на хил, короче. Так, бог погоди. Так. Копис. И... Ой. Круглый щит. Понял. Хорошо. Стрелять не будем, будем сразу его херачить. Так. Мне кажется, нужно прокачать контакт лидера, друида для этого типа конкретно. Но мы сейчас попробуем порезать, блядь, чисто. Где там? Вот из... Это просто смешно, я убью.
Обратишься в пепел. Сейчас его надо захерачивать. Лупа. Где там у нас? Thank you.
загасили гуся. Ну-ка, копье, интересно. Сука, сразу с копьем буду бегать. Убирайте уже этот белый свет. Прикинь, в Париж такой приплывает, блядь, викинг, блядь, Экскалибур, копье, блядь, молот Тора, блядь. Всю хуйню. В этот, во Франции, ничего себе. Вообще жесткий парень. Ну, оно того стоит. Что это было? Надо поговорить с Дейрдре. Тихо, блять, копье. Копье, копье, где оно? После трех ударов подряд врага поражает электрический разряд. Разряд наносит общий урон. И урон от оглушения. Сука. А чё, она прокачана? Нет? А, прокачать нужно. И одеваем. Так, щит убираем. Блять, руны. Большой силы. Не то. Не то. Пускай такая будет херня. Быстренько вставим какой-нибудь. Сила бушения. И во вторую. Так, чего там? Вес. Отрава. Надо большое что-нибудь, блядь. Руна огня, яда. Давай. Что-нибудь большое-то есть что-нибудь? Большое. Охотника за головами. Ярости. Малое, малое, малое. Блин, пиздец. А какую-нибудь руну огня, что ли? Да. Дай-ка хапчика. Я знала, ты победишь. Необычная была битва. Ты победил детей Дану и Балара. Копье Габок теперь твое. Киара будет рада, что дети Дану уничтожены. Ей дорогие истинные друиды. Держи копье под рукой, Эйвор. Грядет большая битва. Прощай, Дейрдре. Слан, Эйвор. Слан. Вот так. И еще задание есть. Так, чего там? Цена измены. Глава 1. Входит в цепочку Днев Друидов. Совет Дунанских Королей, блять. Ладно, ладно. Так, глянем. Сохранюсь и потом продолжу. Так, что это недалеко. Дэрроу. Территории никаких новых не открою. Блять, маленькая территория. Ладно, все, сохранюсь. Прикольно было. Вот этого я и хотел. Битвы с каким-то боссом, интересно. Все.